Я знаю, что для многих художников иммиграция — это такой культурный шок, и просто меняется контекст, и они видят работы совершенно по-другому свои. Они, ну, многие не могут работать так, как они работали раньше. Меняется зритель, да, меняется окружение. И я это тоже пережила, но у меня не было такого сильного перерыва. Может быть, я стала меньше писать картины, но так как я всегда вела дневники, скетчбуки, и у меня была привычка их вести ежедневно, и я, в общем, продолжала это делать. Я в них рисовала все свои впечатления, знакомства со страной, с новой жизнью, записывала что-то. И это было очень органично. Вот это время, да, когда вот это все менялось у меня внутри, это все фиксировалось в этих скетчбуках. Я это прорисовывала, но я не могла уже писать так картины, как я их писала в Москве. И я спокойно к этому относилась. Когда я стала лучше знать язык, уже могла на нем говорить, то мне пришла в голову идея, что я могла бы преподавать, и это тоже мне помогло, потому что я стала знакомиться с новыми людьми, стала учить их рисованию. Вот. И это меня очень сильно поддержало. Потом у меня родилась дочь. Ну и тоже пришлось как бы расставлять приоритеты, на что я могу тратить силы, на что я не могу. И вот девочка растет, и постепенно освобождается энергия, освобождаются силы. И как я с каждым годом делаю шаги какие-то вперед. И вот сейчас я уже сделала вот такой вот шаг, что я готова делать выставку, да, я готова много рисовать. Это началось, наверное, в 2018 году, вот этот путь. И вот сейчас 22 года я иду к этому. Учусь, беру уроки, развиваюсь, знаю что-то новое. Да, и если до этого я больше преподавала, то сейчас я хочу как бы акцент сместить в сторону творчества и больше рисовать, делать выставки и продавать свои работы. Я думаю, что мне очень помогла поддержка моего мужа. Мне помогло то, что я встретила очень много швейцарцев, открытых, людей, хорошо относящихся к моей стране, которые изучали русский язык, с которыми мы тесно общались, то, что мне очень понравились люди здесь. Вот. Наверное, это мне прежде всего помогло. А творчество, оно как раз было немножечко отложено в сторону. Вот. И сейчас как раз я возвращаюсь к этому творчеству. Я не сказала бы, что есть разница, наверное, какая-то кардинальная между Россией и Швейцарии, где я сейчас живу. Что я могу точно сказать, что я не чувствую никакой дискриминации как женщина в искусстве. Я начала рисовать около 8 лет назад. Это китайская живопись была. Творческая жизнь началась моей с фотографии, а потом китайская живопись. И когда я переехала в Швейцарию, это было примерно 5,5 лет назад, и началась моя творческая жизнь здесь с того, что я пошла на занятия по рисованию к Наде. Это было не совпадение. Так и должно было, видимо, случиться. И вот эти 4 работы, они написаны как раз в тот период, когда я посещала занятия в Надиной студии. Я пришла к Наде с запросом, что я хочу акварель. Для меня очень близко вот эта легкая текстура, и это близко очень к китайской живописи, потому что в акварели ты тоже не можешь ничего исправить. Ты делаешь движение кистью, и результат такой, какой есть. Ты не можешь сверху сделать еще один слой и закрыть предыдущую свою попытку. На моих занятиях, которые я даю женщинам, мы прежде всего занимаемся не рисованием, а именно... Я бы не сказала, что это терапевтическое занятие, но такая функция тоже присутствует, потому что мои занятия называются медитативное рисование. И прежде всего, нам интересно преодоление, например, такого стереотипа, что что-то неправильно, или я не могу, или у меня не получится, или это некрасиво. То есть вот такие фразы, они на наших занятиях не присутствуют, и каждый раз... Когда кто-то это произносит, мы сразу пытаемся показать этой женщине, что красиво и некрасиво не существует, а это существует только в нашей голове, и это очередной стереотип.
и все, что человек попытался сделать, все, где он вложил свою душу, это все красиво. Однозначно у меня тоже это было, что я не могу, у меня не получится. И в любом начинании очень важно, когда тебя поддерживает человек, который состоялся в данной области. В моем случае, когда я начала свою творческую деятельность здесь, в Швейцарии, после того, как переехала, я пошла заниматься к Наде в студию. И для меня Надя была этим человеком, потому что именно у нее я начала рисовать. Именно там я поняла, что, а да, у меня реально что-то получается. И там я получила массу просто ценных советов. Я вижу, что Юля стала художником со своим взглядом. Теперь уже сама преподает. И я очень рада.